Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас просто видео, с которого вечно я выгораю, точнее, горит моя ССОшная попка и попка моих коней. Потому что, к примеру, катаясь по этой деревушке, я на самом деле просто так зашла, мне не хочется ни качать коней, ни покупать одежду, но иногда ты видишь вот таких вот персонажей, да, спасибо, Роза Мантиспав. У тебя шикарный, если что, облик, у тебя шикарный конь, шикарная амуниция, все подобрано супер. И вот из-за таких персонажей ты понимаешь, что хочешь тоже, я хочешь этого же коня, или просто ты хочешь какого-то нового зимнего коня, хотя у тебя в конюшне уже просто туча зимних коней и, в принципе, туча лошадей, как у меня. И вот катаясь по зимней деревушке, это сейчас еще людей здесь мало. Ну вот опять же, вот еще один персонаж на классном светло-сереньком исландце, на исландской лошадке, которому, кстати, в данный момент шишки подходят. И вот так вот, вот просто катаясь, мне нельзя сюда ездить, мне нельзя здесь кататься, мне нельзя тут тусить, потому что я хочу сейчас просто себе пойти и купить, правда, не нового исландца, а старого исландца. На ёлки, может быть, все-таки скупить вот эти комплекты. Вот я не хочу, я их не хотела еще вчера скупать, но вот посмотрев таких вот людей, красивых, одетых, обутых, хочется что-то, хочется чего-то новогоднего. И да, кстати, если ты еще не включил, я тебе советую просто поставить на фоне этого видео музыку Sia Ho 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 и зациклить ее на повторе и сделать чуть тише, чтобы меня было слышно. Я бы ее вставила в этот видос, но тогда не смогу монетизировать это видео, поэтому можешь поставить на паузу, отмотать обратно, включить данный трек и наслаждаться этим безумством, которым я сейчас буду вытворять. А вытворять я, наверное, буду то, что мечтала сделать очень давно, но хотя я вроде бы только недавно потратилась очень много на коней, хотя СК у меня еще остались, но время безумствовать, когда же не безумствовать, как в новогодние праздники. Я, кстати, не знаю, как назвать это видео, покупкой коня или время безумств. Наверное, я назову это видео покупка коня плюс время безумств, потому что... Ой! Здравствуй, Серафима Рабитхари. Возможно, ты, правда, сейчас меня не увидишь. Слушай, у тебя очень классный образ. Если ты это смотришь, это видео, я прям ставлю лайкос. Лайкос. Очень классный облик, очень классно оделась. Прям. И, кстати, да, эта кофточка идеально сюда подходит. В общем, когда в Хэллоуине я катаюсь, меня так не распирает от всех этих обликов, костюмов, но в новогоднее время... конюшни в Нью-Хилкрасте, да-да-да. Меня распирает прям очень-очень сильно. Вот вижу я, вижу какой-то достойный, просто волшебный, превосходный комплект, облик на каком-то персонаже. Я не то, что хочу точно такой же, я хочу просто тоже нарядиться во что-то такое ново-новогоднее. И я не знаю, почему, так как я сейчас решила покататься. Вообще, я хотела, кстати, покачать исландца до 5 уровня буквально. Но что-то пошло не так. И в итоге я сейчас еду куда? Я в Нью-Хилкрасте, а следовательно, да, я еду покупать исландца. Я еду покупать старого светло-серого исландца. Боже мой, я так раньше мечтала кататься на нем. Когда я еще только-только смотрела видео по ССО и еще даже не играла. У меня была мечта как купить какую-нибудь плюшевую лошадку. Даша, ты приехала в данный момент сейчас за светло-серым исландцем. Не вздумай скупать их всех. Несмотря на приличное количество СК, не вздумай. Не вздумай. Не вздумай. Не-не-не-не-не. Боже мой, какие вы все милые, помогите, какой ты, как розовый носик, а ты такой темно-серенький, а ты такой пятнистенький, а ты у меня уже есть, а ты такой шоколадненький, а ты такой светленький. И вот этот черненький тоже красивенький, и еще черно-беленький, где-то черно-беленький. И вот этот вот. Кстати, вот Пегий мне никогда не нравился. Я не знаю, почему он мне сейчас так резко понравился, но... И вот этот с белой гривой мне тоже никогда не вызывал у меня симпатию. Но сейчас, о боже, какой-то шикарен.
Да, ребята, вкусы меняются. Вы года два назад не хотите эту лошадь, а потом вам резко стреляет в голову желание ее купить. Но сегодня мы здесь ради вот этого плюшечки, вот этой плюшечки. Исландская лошадка 490 СК. У меня совпадает, поэтому купи лошадку. Как бы тебя назвать, только я без понятия сейчас быстренько что-нибудь придумаем. Я не знаю, каким местом я думала, но я решила назвать ее Белоснежная фиалка, потому что, ну, она действительно такая белоснежная, а фиалочка, потому что она плюшевая, а листочки у фиалки, они тоже слегка такие плюшевые, поэтому я вначале сомневалась по поводу фиалки, но нет, я все-таки называю ее Белоснежная фиалка. Так, теперь нужно срочно ехать в конюшню, пересаживаться на коня, либо одеваться во что-то старое, либо все-таки пойти и купить что-то новое. То бишь, не почти что-то новое, а все новое. Или не все новое. Надо подумать, так что... надо бежать в конюшню. Так, вот мы и на конюшенке. Так, близко, быстрее к моему шкафчику, в котором и так уже куча, большое количество вещей. Так. А, нет, стоп, для начала надо пересесть на нужного мне исландца. Амуницию, кстати, я оставляю на рыжем. Где ты? А, места тут нету. Куда бы тебя бы поставить? Ну, давай вместо вот этого тинкера. Уровень. Здравствуйте, моя пусечка, ты моя белоснежная фиалочка. Боже мой, это ощущение четырехлетней давности, когда я начала только играть, и я мечтала об этих исландцах. И тогда они казались для меня просто недостижимыми, когда я, правда, открыла New Hillcrest, я бегом побежала покупать, как только накопила, да, тогда я еще копила, я покупала себе Липицана. О. Но нет, неужели все так быстро? Какой ты красивый. Так, а нагавки к этому всему есть? Я не помню. А, на тебе старенькие только можно одевать, точно. Давай какие-нибудь, что-нибудь такое, а на меня что-нибудь другое. Так, быстренько, что-нибудь новогоднее у меня все здесь было. Так, еще где-то свитера были, они здесь, по-моему. Нет? Пятая страница? Да где? А, на третьей. Да, вот, я просто... Я не разглядела. Так, значит, вот это вот, штанишки на пятой. Мы одеваем какие. Куда я дел все леггинсы с узорами? Ах, вот они. Значит, это вот так, вот штанишки. Шапочку оставляем эту новую. Ботиночки. Вот эти вот. А, шикарненько! Мне нравится. Так, сумочки. Грузите сумочки. Я не помню, у меня к этому комплекту есть. Была сумка вообще, по-моему, нет. Зверушки. Ребята, так как починили вот этих белок из Фергрови, я возьму эту белку из Фергрови. Все, теперь можно ехать и красоваться в деревушку Санты. Вот теперь все как надо. Ребята, у вас тоже бывают такие вот неосознанные на эмоциях покупочки, которым вы потом очень радуетесь, и они, может быть, и не похожи на ваши постоянные, обычные... покупки или, я не знаю, какие-то действия. Вас просто берет на эмоции, вы хотите что-то очень сильно безумно сделать, и в итоге делаете. И просто вот реально на сезон, это просто на сезон. И может быть уже в следующем году я даже не захочу так кататься, но сейчас я прям... я просто поддалась вот этому новогоднему азарту, новогоднему
новогодней магии, которая летает в воздухе. Да, и в итоге, правда, опять же, я не купила все эти комплекты, но, видимо, не куплю пока что или куплю чуть позже потом. Да, так что, ой, зашла, называется, покачать одного исландца, а, видимо, буду качать другого. А, я забыла, что тут кони очень сильно скользят. Так что на этом все. Спасибо, что сегодня были со мной, что посмотрели эти эмоциональные покупочки и одевашки. Да, я желаю вам тоже хорошо наряжаться, бегать быстро и шустро по льду, не падать со своих коней и просто наслаждаться вот этими красотами, пока они нам доступны. Так что я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И хороших вам покатушек по льду.